него был просто шикарный год. Майкл Брайс, телохранитель года. Он ваш родственник? Боже упаси! Дариус Кинкейд киллер. Замочил кучу людей по всему миру. Как часто вам снится этот сон? Всего разу. Ну, это не страшно. За ночь. Ясно. Думаю, вам стоит забыть о работе телохранителя, съездить в отпуск и хорошенько развеяться. Я официально в отпуске, и, если честно, даже не знаю, почему не брал его раньше. Будто сама Вселенная хотела, чтобы я изменился. Впервые в жизни мне не нужно кого-то охранять. Надеюсь, это начало чего-то прекрасного. Бежим! 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 Мы знакомы? Мафия похитила моего мужа. Убить их. Мы его вытащим. Нет, опять, я никого тащу не... Я обещал своему психотерапевту никого не охранять. А это значит никакого оружия, никаких убийств и никакой кровищи. Милая, какого хера он здесь делает? Реально газовый баллончик? Я в отпуске. Сколько раз из-за тебя я чуть не сдох? Недостаточно. Хочу срочно заделать Бэбика. Охереть! Я буду хорошей матерью, правда? О да, ребенок будет охеренно счастлив из тебя вылезти. Вы расскажете все, что знаете. Я тебе, сука, ничего... А вот и я вам все расскажу.